В Абакане найдена женщина, которая оставила ребенка возле мусорных баков. Ей оказалась 18-летняя жительница Абакана. Задержали ее полицейские в Черногорске. Ранее несудима, как сообщает Следственный комитет. Со слов женщины, 26 августа она самостоятельно. Одна родила ребенка, который не подавал признаков жизни. Опасаясь ответственности, женщина завернула дочь в полотенце, поместила в пакет и вынесла на улицу, оставив около мусорных баков во дворе дома по улице Пушкина, 52. Тогда она проживала поблизости. В настоящее время Следственный комитет проводит экспертизу, которая установит причину смерти ребенка. На учете по беременности женщина не состояла.